Здравствуйте, уважаемые друзья! Сейчас я вам покажу, как можно поставить металлическую трубу в шкаф. Для того, чтобы потом на эту трубу вешать одежду. Точнее, даже так. Я вам покажу, как я установил металлическую трубу в шкаф. И расскажу, как я это делал. Значит, первым делом мы съездили в этот раз в Оби и купили металлическую трубу саму. Она была где-то метр длиной, может быть, да, ну где-то метр, наверное. И фланцы. Фланцы продавались в комплект отдельно от трубы. Две штучки шли в комплекте. Мы отпилили нужный размер трубы и прикрутили фланцы, ну, вместе с трубой. Вот эти фланцы надели на трубу с двух сторон и прикрутили фланцы к стенке шкафа. Маленькие шурупчики у нас были. Вот здесь вот три шурупа на одном фланце и три шурупа на втором фланце. Вот, и также есть тут вот такой вот маленький винтик под шестигранник, который держит, закрепляет саму трубу с фланца, чтобы фланец не ездил туда-сюда. Ну, хотя, в принципе, сейчас это избыточно. Тут и так все держится. Вот, и все. Получилось. Теперь труба, на которую можно вешать вешалки и одежду. Вот, на этом я свое видео заканчиваю. Желаю вам всего самого доброго. Оптимизируйте свой дом. И пусть у вас все будет в нем удобно. До встречи. Пока.